Это канал Котики на Котике, и мы ловим рыбок, которые у нас появились только сегодня, только сейчас. Они в камнях прячутся, твои рыбы. Ну вот, шуганить их. Как? Папа, у тебя есть что-нибудь такое? Мам, дай. Ой, я одного выловила. Давай. Так садок поставьте сначала свой, детский садик. Детский сад у нас сейчас происходит. Давай я подержу. Надо было с этой стороны. Первый пошел, да? Первый пошел. Вообще-то ты поставила именно в том углу, где именно именно несколько мальков. Мам, неудача. Раз, два, три. Тут три малька. А, вот сюда вот. Их куча, их просто а как куча. Вы с этой стороны будете кормить их, мне интересно? Не знаю. Здорово поймала. Здорово, быстренько. Молодец. Две потенциальных рыбки в нашем аквариуме. Да. Да? Спасибо. Кирин детский сад? Да. Ну, выходи. Вот именно про него я... Выскочил. Выскочил, давай его. Да, 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 ты его захвати. Быстрей, быстрей. Так, а ты считай, сколько их будет. Их третий у нас. По счету у нас уже три. Тебе какие милясики. Мам, у нас, видимо, появление. Там еще малюшка какой-то. Ну, выходи. Шкряблкой не надо, Кир? Зачем-то? Там на стенке что-то висит. Один дохлый. Один дохлый? Мам, давай мы его туда все равно подвестим. Дохленького? Нет, не дохлый. Вот именно, я же тебе говорю, что не дохлый. Он сдохнет, у него вон кишки вылезли. Нормально это. Нормально, что кишки вылезли? Да какашка, мама. Комментируйте весь процесс ваш. Раз, два, три. Три? Где еще? У нас их только три. С этой стороны есть? Есть, да я выловлю, мам. Дай ребенку половить рыбок. Где есть? Да я сама выловлю, я все вижу, мам. Фу, подожди, посмотри с этой стороны. Вон, видишь, несколько. Живой, живой. Лови. А еще у нас есть корм, да, Кира? Да, у нас есть корм, мы его купили официально. Вот он. Где еще? Для кого это? Для малышей? Это для наших малышей. Малышуток. Лови. Зачем одного? Их придавливать нельзя тут, видишь? Да, вон всплыл, всплыл. Быстрее давай. Он всплыл. А это надо посчитать, сколько их. Он там всплывший был один. Ну, выползай, выползай из камушка. Вот, мало. Молодец, вот молодец. Официально корм как пыль. Угу. Поймушка. Ну, дальше где? Так, подожди, вот, да, вот. Ну, куда ты закапываешься, дурачок? Тебя там придавят, и ты там крякнешь. Ну, один же крякнул почти. Ну, почти. Но сейчас же еще нет. Когда будет крякнуто, вот, вот крякнут. И пока с этой стороны повглядывать. Вон один, видишь, поскакал? Да, тут два уже их. Ну, вылазь. Я что, тут 30 лет буду, что ли, стоять над тобой в позе лотоса? О, он уже проскользнул за куст. Да, вот. Опускается? Нет, это я. Угу. Подойди, я тебе покажу, где он. Сейчас, подожди, вот я вижу.
Но она еще не всех родила. Она не всех родила. О чем я вам говорю? Тебя там засосет. У вас там мистер засосет, вон тут будет, там будет плохо. Ну я попробую. Дай ребенку попробовать. Где? Да я. Ты сейчас намочишься вся. Ну а ты знаешь, они уже крупненькие, она их несколько дней назад, наверное. Нет. Не, ну мы же у нас как-то. Вот, куда вот, вот. Вот. Да. Один. Прямо да. Вот. Видишь? Вон в камушках, да. За сачком. Вот, вот он, видишь? Я же как мне вот туда его выманить. Опа, попался. Я кого-то увидела, мне кажется. Ну, а куда ты сам залез-то? Уже тут сиди теперь. Сколько она собирала? 15. Это потенциально 15 рыбок? Не знаю, мы еще ищем. Может, еще попадутся где-то, да? Может. Я боюсь, они в камне прячутся и все. Мне кажется, где-то вот в этой или в той куче где-то они спрятались. Но 15 это уже хорошо. Вот он еще один.